Привет, с вами Соня Игрушкина, и сегодня мы будем делать поделки из желудей. И первое, что мы будем делать, это собачку. Вот так вот она выглядит. Вот такая. Ой. Вот такую вот мы будем делать собачку сегодня. Так, для начала нам нужно взять какой-нибудь бобик. У меня их очень много. Вот, посмотрите. Для этого нам понадобится пластилин, зубочистки и, ну, и зубочисток мы тоже что-нибудь потом сделаем, и желуди. Я возьму вот этот желудь, он подходит больше всего. Как у меня коричневого нет, я возьму вот такой. Но чтобы нам было легче резать, надо взять ножик. Собачка готова. Надо ей хвостик прицепить. Наша собачка готова. Делайте поделки со мной или без меня. А с вами была Соня Игрушкина и Чарли, потому что так его назвала я. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй видео. Всем пока!